Мудрец сказал перед уходом из этого мира своим детям: дорогие мои, ко мне не торопитесь, я вас подожду. Но пока вы живите, живите и цените каждую секунду. Творите добро, чтобы оставить за собой замечательные две имени. Йономи Деки, Йохасвешаном, Номи Бади. Но Матис говорил, у каждого человека есть два имя. Это свое доброе имя, и он оставляет за собой замечательных детей. Вот действительно, Мула Шаламо, дядя Саша, оставил за собой замечательных, прекрасных детей. И вот эти его дети будут продолжать его добрые деяния, его доброе имя. И в этом мы все будем свидетели, что его имя никогда не погаснет, никогда не умрет. Всем большое спасибо. Я хочу дать сейчас повод для заключения.